Всем привет! Друзья, сегодня мы поехали на КОП, на стык Калужской и Смоленской областей, где в 1941-1942 годах были жесточайшие бои. И вот мы зашли в лес, смотрите, вот буквально начали копать, смотрите, пулеметная точка видно была, гильз просто немереное количество. И вот прямо рядом же, тут же вот из такой ямы ящики пошли пустые, минометные. И вот еще там ящик, похоже. Может быть, под ним что-то будет. В общем, интересно, представляете, только зашли. Так что, возможно, ждет нас сегодня успех. Вот они так идут далеко-далеко с позиции. Вот так вот. А вот иногда на позициях встречаются гильзы от самолетов. От самолетного пулемета. Вот, это от нашего ИЛа. Такая вот. И рядышком, смотрите. Но она уходит под корень. Уходит цепь под корень, да, поэтому непонятно, от чего она. А копы, вот они, рядышком. И тут же рядышком еще гильза от противотанкового ружья. И вторая самолетная. Вот, и скоба вот еще попалась. Прям все на одном пятаке. Не заставила себя ждать и наша граната РГД-33 без рубашки. Вот такая, без взрывателя. Он пусто там. Вот такая вот гранатка. Сохран здесь, конечно, очень бодрый. В начале 90-х, думаю, это выкопали. Смотрите, вот так идешь посреди леса, иногда встречаются вот такие вещи. Вот, кладка минометных снарядов. Цинк с патронами от нашей трехлинейки. Ну, от пулемета они подходят. Он даже в бумаге еще, представляете? Офигеть, вот они лежат. О, я в шоке. И вот они сами минометы. Вот так вот бывает. Но все равно интересно так посмотреть. Сейчас сигнальчик раздался. Показалась наша саперная лопатка. Сейчас вытащим ее прямо на камеру, говорится. Да. А, подожди, слушай. Это нифига не русская. Это немецкая саперка малая. Нет, вот. Да, я тебе точно говорю. В жизни таких не видел немецких. Нет, думаешь? Ну, может быть, подсказывайте, друзья. У нас разногласия. Может. Офигенная и неожиданная находка на немецких позициях. Смотрите, часы выскочили. Сейчас мы их почистим, посмотрим клеймо. Пока непонятно, немецкие они или наши. Вот такие вот. В общем, друзья, смотрите, часы остановились 20 минут 8. А, по-моему, вот здесь вот написано Jetta. Можем ошибаться, видно плоховато. С другой стороны, клеем нет. В общем, подсказывайте, могут быть они немецкие или это вообще послевоенные. В общем, пока мы не можем это сказать. Надежда на вас. Но все равно находка огонь. Вот так вот. Глядите, конечно, представляете, 80 лет прошло. Смотрите, это дуб, который растет фиг знает сколько. Знаете, вросла как колючка. О, в несколько рядов. О. Вот, идет, идет. Потом столбы уже полусгнившие. Кстати говоря, это дремучие леса. Тут уже после войны, ну, как бы сельского хозяйства не было. Поэтому это стопудово как раз тех времен. Вот так вот. Граната немецкая. М39, в простонародье яйцо. Вот такая, бодрючий сохран. Песочный. Вот, и рядом, вот интереснейшая тема, посмотрите, бутылка. Я такую раньше находил, ну какая пробка. Она с надписями, сейчас все будет читаться. Так, ну-ка. Не, не хочет. Ну там, короче говоря, и вот здесь написано, и вот тут вот. Вообще прикольно. Она, смотрите, она резьбовая. В стеклянной бутылке внутренняя резьба. О как. Видели когда-нибудь такую? Если видели, то напишите, от чего. Мне просто интересно. Я подозреваю, это пиво. Хотя бутылка форма шампанская. Вот такая. Сейчас рядом с осколком копали. Смотрите, попался обломок. Это обломок мыльницы нашей советской. Вот бойцам выдавали там набор. Значит, вот со звездами. Он бакелитовый. А, там, значит, мыльница, зубная щетка и зубной порошок. Я вот один раз вместе с бойцом поднял целый такой набор. Вот это вот обломок.
Хотел показать для тех, кто не видел. Вот это дополнительные заряды пороховые для дальности полета мины. Вот так они выглядят сами. Все в надписях. Вот такие, 40-й год. Ими хорошо разжигать костер. Вот так вот. Комрад сейчас поднял мега находку. Смотрите, какая вилка. Офигеть, это явно старая. Я в этих местах продавал французскую 1800 какого-то года. Там были офигенные клеймы, очень много. Здесь тоже вот есть клейма. Сейчас чистили, но они что-то пока не читаются, поэтому непонятно, чья она. Зубья вон и как жизнь покорежила. Но все равно находка огонь.